А город продолжает готовиться к фестивалю имени Чайковского. Его открытие запланировано на 13 июня. Пока решаются орг-вопросы и ведутся переговоры со звездными исполнителями классической музыки. В фестивальных концертах примут участие и одаренные дети. Двое талантливых пианистов уже получили приглашение на фестиваль. Большой зал Московской консерватории. Торжественная церемония закрытия первого международного конкурса молодых пианистов. Инициатор и художественный руководитель – знаменитый Денис Мацуев. Гран-при конкурса в жюри присудили Александру Малафееву. Этому юному пианисту 14 лет, но он уже не раз становился победителем многих международных и всероссийских конкурсов. Много гастролирует в России и за рубежом. В июне Александр примет участие в фестивале имени Чайковского. В программе выступление еще одного одаренного пианиста Ивана Бессонова. Он также лауреат международного конкурса Мацуева. Ивану 13, но на его счету не одна музыкальная победа. К тому же молодой пианист сочиняет и импровизирует. Один из самых любимых композиторов – Чайковский. Я думаю, обязательно буду думку играть. Она мне очень нравится. Думаю, что-то из «Армян года» сыграю. Фестиваль имени Чайковского в Клину стартует 13 июня. Праздник классической музыки будет продолжаться 10 дней. За это время город и его туристы смогут насладиться игрой и выступлениями самых выдающихся музыкантов страны и мира. Эфир продолжает рубрика «Про Клин». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго.